Я не могу, когда кто-нибудь говорит в аудитории. Я, ты можешь сейчас объяснить. Я 60 лет стою у доски в университете. Я в аудитории говорю. During 68 years I am presenting lectures in university and I must be alone speaking in the audience. No. Sorry for that. Я ясно хочу сказать спасибо. I want to say высокочтимому президенту ассоциации Джереми Данинг Дэвисон. Я чрезвычайно признателен Франческо Фучило. I'm grateful to Francesco Fucila. И всем присутствующим, потому что для меня эта честь неожиданная. And all who are here, because this honor is not expected for me. Я познакомился с программой этой замечательной ассоциации. I got accustomed with the program of this interesting association. И мне стало казаться, что, кажется, в мире могут произойти изменения. And I got to believe that maybe there possible the possible some changes in the world. Жизнь человечества зависит от свободы науки. Life depends on the freedom of science. Все остальное второстепенно. All other are secondary things. Через несколько недель, в начале августа, исполнится 40 лет. Several weeks later, in the beginning of August, it will we will celebrate 400 years. С момента, когда Галилей выступил перед сенатом Венеции, present his speech, сообщением о поразительных результатах перископических движений. With the results about the first observation with telescope. Это нельзя себе представить, что до этого дня мы думали, что нечто-нибудь это сплошное пространство. Before that moment, we thought that the Milky Way is just a continuous, something continuous. Что до этого дня у нас не было прямых свидетельств того, что Земля в самом деле вращается. До этого дня что мы не поняли? Вращается Земля, мы увидели. We didn't know that the Earth is rotating. Как вы все знаете, я нового вам не рассказывал. В его докладе было сказано, что есть у Юпитера спутники, которые движутся. In his speech, it was reported that Jupiter has satellites rotating around. Это поразительное изменение жизни человечества. Доклад, юбилей которого 400 лет. Amazing change in the life of human. И все знают. Все знают, что до этого он плодотворно работал, перевернув представление о механике. And all of us know that before that he worked at, on the problems of mechanics and changed this science, mechanics. Ввел понятие относительности движения. Introduced the relativity principle. Такого концентрата, нового взгляда на мир, когда казалось все ясно, so high concentration of new view on what he seen around, we didn't have before him. Поэтому много лет в моих лекциях, в том числе по истории науки, он главный герой. This is why in my lecture, including the lectures about the history of science, he is the main hero. Его жизнь. His life. В сильной степени зависело от помощи старших коллег. Strongly dependent on the help of elder colleagues. Нужен был маркиз Дель Монто, чтобы он мог делать свои первые работы. It was needed for Marquis Del Monte to be helping him. Какая замечательная страна Италия, я вижу, представитель. Как было хорошо, когда слово математик звучало там как высшее название. The great country is Italy, when in which the word mathematician sounded as a great compliment to a person.
и этого не мешало пресловутая религиозная ограниченность. And the religious restrictions didn't hinder to this situation. This indeed. Есть замечательное имя в жизни Галилея, кардинал Беллармин. In the life of Galileo, a great role was played by Cardinal Bellarmine. Он понял величие того, что сказал Галилей. He understood how great is what Galileo has said. А через некоторое время, мне всего дано 15 минут на всю историю. А через некоторое время, sometime later, стало ясно, что тем самым представления Коперника и приняты. By this appreciation, the picture of Copernicus will be accepted and confirmed. Вы представляете себе, что Галилею было уже 36 лет, он был взрослый человек, когда сожгли Джордано Бруно. Could you imagine that Galileo was 36 years old when Giordano Bruno has been burned out? Он знал цену новому знанию. Galileo knew the price of new knowledge. И с тех пор все годы, и до, и после возникает проблема, как быть носителем нового знания. We are in front of the problem how to behave in front of new knowledge. Есть альтернатива, идти на костер или не идти. There are two alternative ways. To go to the костер, кто поможет? To go to the fire or not to go. Или не идти. Это проблема для всех присутствующих здесь. Когда говорят о трясённых полях, о всяких новостях, которые совсем не принимаются официальной наукой. Вопрос, идти на костер, как поступил Акимов и умер, или не идти? When we are discussing the problem of torsion fields, all of people who are involved in this discussion are in front of this or the same question. To go to the fire like Акимов, who has died, or not to go. Кардиналу Беллармино было поручено. Кардинал Беллармино had an obligation. От имени конгрегации Ватиканской. From the Vatican congregation. Есть ли еретическое содержание? To make decision if there is a